Сотрудники готовы к скоростному броску. Для отвлечения внимания террористов, произведены отвлекающие взрывы и стрельба холостыми патронами. Проникновение сотрудников в салон составляет не более 7 секунд. Для синхронности их действий. Вы наблюдаете действия. Вооруженных сил Казахстана подполковником Семенова. И закрепление захваченных рубежей. Кроме того, второй эшелон может использоваться для замены частей подразделений первого эшелона. Первый авиационный удар наносят 8 вертолетов Ми-24В, противотанковые Стрела-10 и зенитных самоходных установок «Шилка» боевого применения 100 метров, скорость 200 км в час. Назначены для уничтожения малоразмерных, подвижных и неподвижных. 777 выполнил, цели поражены. 180-й. Я 102-й. Вас понял. Для нанесения ударов по объектам в глубине боевого...